Салют, Туймазы! С вами первый интернет-телевидение, и я, Анатолий Долженко. Сегодня День России, и мы находимся на стадионе «Спартак». Июня все площади больших и малых российских городов и поселков разметают бело-синими красными флагами, наполняются словами о величии страны, в которой мы живем. Слова «Родина», «Отечество», «Отчизна» святы для каждого из них. Для нас с вами все эти понятия заключены в слове «Россия». Приготовятся прыжки начали на левый, на правый, на левый. Сегодня великий праздник, День России. Скажи, что сегодня происходит, что нас ожидает? Сегодня будут соревнования по воркауту, ну, там на турничках будут там фишковать. Молодежь будет играть в футбол. Соревнования по велоспорту, главный судья Муксинов Азат Закаревич. Поздравляю всех туймазинцев, гостей с этим великим праздником, как День России. Всем благополучия, здоровья. Поздравляю! С праздником России! Ребят, как у вас настроение? Нормально. Всех поздравляю. А что так грело? Просто соревнования. Отличная цифра 69. Не хочешь поздравить туймазинцев? Да, хочу поздравить как с праздником всех, Днем России. Сейчас пройдут соревнования по воркаут, проще говоря, фишки на турнике. Привет, как тебя зовут? Меня зовут Айрат. Круто двигаешься, как тигр из червяков. Это вообще воркаут. Я у вас такой вижу, ты где такого научился? Здесь, во дворах, в любом турнике. Туймазов. Я участвовал в Уфе тоже в том году. С пацанами выходили в дворы, играем в футбол, потом дальше идем. В турники занимаемся. Ну, каждое соперничество получается, кто-то научился одному элементу. И тот другой тоже хочет научиться. И тоже учатся, и так мы просто покоряли обмен этот воркаут. Да, да, да. Молодец, с праздником тебя, кстати. Спасибо. Вас тоже, Туймазы. Молодец. Вся Россия отмечает, отдыхает. У нас все учебные заведения тоже празднуют. Вот у нас сегодня с утра был замечательный флешмоб, в котором участвовали педагогический, юридический колледж, стрит-воркаут. Замечательное выступление. Нам очень нравится, и мы тоже хотим этим попробовать заняться. Ставьте лайк, подпишитесь на наши каналы ВКонтакте, в Рутубе, в Ютубе. Смотрите нас по местному телеканалу Дивон Инфо. Мы любим вас, Туймазы!